Заботиться о женском здоровье нужно практически с рождения девочки, говорят врачи. Первый осмотр подросткам положен в 15-17 лет. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, каждая женщина должна проходить профилактический осмотр у гинеколога как минимум один раз в год. При котором осматриваются все женские половые органы, проводится кольпоскопическое исследование, ультразвуковая диагностика и берется анализ шейки матки на онкоцитологию. Это так называемый скрининг рака шейки матки. Рак молочной железы, который тоже является визуальной формой рака. И при необходимой кратности обследования, при необходимой явочке, кратности явок гинекологу, конечно, все эти формы можно заподозрить на ранних стадиях. Сегодня по стандартам программы госгарантии женщина должна принести на прием к врачу с собой только паспорт. Не обязательно даже иметь с собой полис обязательного медицинского страхования. Все его данные есть в единой информационной системе. Теперь кабинет врача в женской консультации должен быть обеспечен всем необходимым. Многие женщины помнят, было время, когда врачи просили принести с собой одноразовые перчатки или пеленки, или что-то еще необходимое. Эти времена ушли. Это было очень давно. Нет, сейчас стандарт оснащения входит полностью все то, что необходимо для проведения диагностических, ну и лечебных мероприятий. Все остальное на приеме гинеколог имеет, то есть это включает и гинекологические наборы, пеленочку и все остальные вспомогательные средства. Женщина, независимо от места регистрации, проживая в другом районе или даже в другом городе Российской Федерации, имеет право на прикрепление в лечебное учреждение по месту своего проживания, наблюдаться непосредственно уже там. По программе госгарантии вся необходимая помощь женских консультаций оказывается бесплатно, поясняют специалисты. В случае, если вас просят что-то принести с собой или заплатить, надо жаловаться заведующему отделением, главному врачу или в свою страховую компанию.